Молодость – прекрасная пора. Это возраст счастья. В нашем головном вузе сегодня обучаются более 300 студентов из самых разных точек мира. От Латинской Америки до Китая. А в последний год география расширилась студентами из стран Африки и Ближнего Востока. Они собираются поступить на медицинский институт с тем, чтобы быть врачами. Так. Они учатся у нас на подготовительном отделении, по обмену и по индивидуальному обучению. С ними очень интересно работать, потому что они приезжают к нам совершенно не говорящие, и где-то через 3 месяца они уже достаточно хорошо говорят по-русски. Так Хатель Саид родом из Саудовской Аравии. Подруга с самого детства Нада поддержала, и девушки решили поездки быть. Приехали в Якутию постигать азы медицины, пока учатся на языковых курсах. В нашей республике Ракхат успела побывать в нескольких улусах. Якутская одежда очень интересная. И еду тоже. Еда тоже. Что пробовали? Что вы поняли? В Верховинуск я готовила курчах. Сейчас я умею готовить курчах. Очень интересно и очень вкусно. Это сахар, молоко и джем. Я знаю только махтал, сета, михабир. Эммануэль из Бурунди и Раймонд из Индии говорят, что летом в Якутии почти так же жарко, как у них на родине. А экстремально холодную зиму они уже успели полюбить. Ведь снег для ребят – диковинка. Сегодня молодые люди активно изучают наш северный край. Я беру в Иордании на Олонку в прошлом году. Да. Это значит, я увидел, как это очень важно. Для якутов, для народов здесь. Первый раз на машине я ездил где-то 2 дня. Ленск. Это было очень далеко. И Альдан. И там очень красивый гор. И потом везде был озеро. И очень-очень красивый природ здесь. У нас вот один Алай позвали из Сирии, он женился на китаянке. Они сейчас живут в Владивостоке. Вот такие смешанные интернациональные пары. Вот Афин дружит с китаянкой, тоже очень так хорошо. Поэтому они и здесь остаются, они как-то вот толерантны в этом плане, и им все интересно. Несмотря на все трудности социализации, переводом, жизнь показала, что иностранцы быстро адаптируются в нашем суровом крае. Находят друзей и в прощальных отзывах пишут «Я люблю Якутию». Мария Павлова, Арсен Степанов. Новый день. С добрым утром!